Ереша! Дайте длинные, надоели всю команду. Южный кубок по волейболу достался сильнейшим юниорам страны. Ими стали спортсмены из старого оскола, ребята 2003-2004 годов рождения. Команда физкультурно-оздоровительного комплекса ОМК молодая и перспективная. Их тренер Сергей Кучумов уверен, у парней большое будущее. Кубок Черного моря, проходивший в Геленджике, стал первой серьезной наградой. Они меня даже удивили, эти ребята. Мы выиграли пол России, можно сказать. Вот, и участников первенства России. Самое важное, конечно, это то, что они прочувствовали, что они могут победить, что они представляют старый оскол. На самом деле они очень ответственно подошли к этим соревнованиям. У нас в старом осколе практически поддерживает только кузин Игорь Николаевич, теплохиммонтаж, если знаете, генеральный директор, да. И уже больше 15 лет он поддерживает вот волейбол именно тренера. Ну и благодаря, конечно, ОМК. Вот две организации, которые еще держат, как бы спонсируют соревнования. Потому что без соревнований, я вам точно скажу, добиться невозможно ничего. Свою первую команду бывший работник СПЦ, инструктор ФОК Сергей Кучумов набрал 5 лет назад. С тех пор в нее влились ученики известного в Старомосколе тренера Владимира Нероды. Усилив состав, спортсмены решили штурмовать престижные волейбольные соревнования. Соревнования проходили в городе Геленджике. Это были очень важные игры для нас, так как эти соревнования принесли нам огромный успех в нашей волейбольной карьере и вообще помогли нам подняться. У ребят прекрасная физическая подготовка и большое стремление совершенствовать свою игру. Капитан Влад Дрепин в волейболе 4 года. Начинал в родной школе под руководством Елены Винокуровой. Посоветовал тренер физкультуры пойти. Ну как, я был крепкий и быстрый. Ну, тренер, родители прислушались, и тренер меня, в принципе, взял. Вот, с тех пор и играю. Но играть, как оказывается, мало. Молодым и амбициозным спортсменам нужны победы. В Геленджике они обыграли команды Калуги, Москвы, Новочеркасска и привезли престижный кубок в Белгородскую область. Сын металлурга, спортсмен Иван Карпешин признается, что представлять команду ОМК было ответственно и очень волнительно. Но волейболисты справились. Сейчас начнутся тренировки скоро в зале. Будем ходить дальше, оттачивать мастерство. Мы в следующем году опять куда-нибудь поедем, что-нибудь еще выиграем. После небольшого перерыва команда снова возобновляет тренировки в спорткомплексе «Сталь» и уже планирует график соревнований, в который ребята хотели бы себя проявить. А тренер до начала учебного года спешит набрать новых юниоров. Вот осенью я набираю группу 2009-2010 год мальчиков. Конечно, группа уже будет состоять из потенциально высоких мальчиков. Это будет серьезный отбор. Всех подряд я брать не буду. Просто хочется, чтобы волейбол в Старом Осколе поднялся. Так что родители, которые желают приобщить своего ребенка к волейболу, пожалуйста, записывайтесь. Приходите, пообщаемся, а я все расскажу, покажу. Всех желающих Сергей Кучумов ждет в административном здании физкультурно-оздоровительного комплекса ОМК в будние дни. Приходите, приводите своих сыновей, пусть растут здоровыми, сильными, добиваются успехов, развивают юношеский волейбол и спортивное движение в Старом Осколе.